Шымкенте прошел предновогодний модный фестиваль, который собрал на импровизированном подиуме в Музее изобразительного искусства ведущих дизайнеров Казахстана, Кыргызстана, молодых кутюрье России и Грузии. Модельеры представили на суд зрителей капсульные коллекции «Встреча Нового года». В показах яркие азиатские вещи и элегантная скромная Европа. Открыл предновогодний показ известный казахстанский дизайнер Леонид Жеребцов, участник ежегодных недель моды в Милане. Сегодня мы вам привезли новогоднюю коллекцию, которую мы презентовали, вот, наверное, дня 3-4 назад в Алмате. Поэтому посмотрим на реакцию ваших теперь людей. Тренд Новый год. Ну, я думаю, что цвет, конечно, Total Black, это который, так сказать, переходит из года в год. Ну, он всегда эстетично, красиво смотрится. Немножко поедок, как все-таки это такая, да, новогодняя ночь. И я думаю, что тогда все равно, какие бы мы взрослые не были, все равно мы сказочники, да, и мечтаем о чем-то. Поэтому пайетки, думаю, наверное, сближает нас к этому. И думаю, наверное, красный цвет, золото. Новогодние коллекции можно было не только увидеть, но и купить. В концерт-холле «Атлас» развернулась грандиозная новогодняя ярмарка. Зимние коллекции и аксессуары, праздничная органза и торжественный бархат, тончайшее кружево. Дизайнеры показали весь блеск новогодних вечеринок. Самой семейной по выбору покупателей признана коллекция казахстанского бренда Family Look. Основательницы бренда предлагают одеваться в едином стиле всей семьей. Сразу заметно, что, во-первых, одна семья, да, кажется, вообще качественная вещь, очень нравится. И приятно одевать одинаковые вещи с ребенком, с папой можно, с всей семьей. Куда денется? Мы решили создать какую-то изюминку, да, в казахстанских семьях, чтобы была гармоничная, ну, как бы... Решили не изобретать велосипед, да? Да, как бы... Идея, да? Да, типа такого. Вот, чтобы была гармония между родителями и детьми, также между братьями и сестрами. То есть этот стиль одежды очень сближает друг друга людей. Поэтому вот пришли к такому выводу, что надо создавать family look. Примерки, покупки, модные советы для шымкентских модниц. Сам шопинг-уикенд стал новогодним подарком. А вот организаторам грандиозного мероприятия пока не до выбора праздничного наряда. Но все шансы встретить Новый год в наряде от отечественного дизайнера есть. Если честно, я настолько занята работой была, да, что я еще об этом не думала. Я подумаю об этом в понедельник, когда у меня начнутся официальные выходные, в чем встретить Новый год. Но могу сказать точно, это будет наряд от дизайнера. То есть то, что будет сегодня представлено, я надеюсь, что я для себя найду тоже что-то красивое и необычное.